С неба на землю и сразу в бой. Эти машины самостоятельно загружаются в самолеты, десантируются с парашютом, стреляют и плавают. Боевые машины пехоты второго поколения в фильме «Оружие». В 60-70-х годах в Советском Союзе активно развивались воздушно-десантные войска. Разрабатывались и принимались на вооружение военно-транспортные самолеты, средства десантирования, боевая техника. В 1969 году десантники получили принципиально новую бронированную гусеничную машину БМД-1. Она имела разнообразное вооружение и десантировалась парашютным способом. Ан-12, основной самолет ВДВ, сбрасывал две такие машины за один рейс. Проверку боем БМД-1 прошла в Афганистане. Здесь выявились не только преимущества, но и недостатки боевой машины десантников. В первую очередь это касалось комплекса вооружения. Из пушки «Гром» и спаренного с ней пулемета ПКТ нельзя было стрелять по целям в горах. Слишком малым оказался угол возвышения ствола. Очень трудно было поразить цель на расстоянии более 500 метров, особенно в движении. Машина практически не могла вести эффективный огонь в движении, потому что в пушке, которая там стояла, там не было стабилизатора. И это на определенный отпечаток накладывало на экипаж. Экипаж должен быть слаженным, то есть машина вела стрельбу только с короткой остановки. Некоторые недостатки устранялись в ходе серийного производства. Укреплялась ходовая часть, усиливалась броневая защита корпуса, появлялись новые приборы и оборудование. Но вскоре стало ясно, обычной модернизацией уже не обойтись. Воздушно-десантные войска остро нуждались в новой машине. В первую очередь военные потребовали заменить на БМД-1 комплекс вооружения. Лишь таким образом можно было повысить боевую эффективность машины. При этом следовало сохранить другие важнейшие характеристики – авиадесантируемость, маневренность, плавучесть. В 1983 году конструкторы Волгоградского тракторного завода приступили к работе над созданием боевой машины десанта следующего поколения. Возглавлял коллектив Аркадий Шабалин. Шабалин Аркадий Васильевич – талантливый разработчик бронетехники, кандидат технических наук, лауреат государственной премии. Родился в 1929 году. Окончил Сталинградский механический институт. С 1971 года – главный конструктор, с 1986 года – генеральный конструктор Волгоградского тракторного завода. Автор проектов специальных бронированных машин для воздушно-десантных войск – в том числе боевых машин десанта, самоходных артиллерийских орудий, самоходных зенитных установок, истребителей, танков. Тактико-техническое задание на разработку новой модели содержало два очень важных условия. Во-первых, установить комплекс вооружения аналогичен тому, что было установлено на боевой машине пехоты БМП-2. Во-вторых, использовать шасси БМД-1. Оно было хорошо освоено промышленностью, войска накопили опыт его эксплуатации, обслуживания и ремонта. Казалось, есть простое решение – взять готовую башню с вооружением от БМП-2 и установить ее на шасси БМД-1. Но башня боевой машины пехоты была двухместной. Ее увеличенные габариты никак не соответствовали десантному шасси. Поэтому волгоградские конструкторы спроектировали оригинальную одноместную боевую часть БМД, но оснащенную вооружением БМП-2. Всего через год новая модель отправилась на войсковые испытания. Они прошли успешно. В 1985 году машина была принята на вооружение под индексом БМД-2. БМД-2 – боевая машина десантная. Боевая масса – 8,2 тонны. Длина – 5,4 метра. Ширина – 2,7 метра. Двигатель – дизельный, мощностью 240 лошадиных сил. Скорость по шоссе – до 60 км в час, на плаву – до 10 км в час. Запас хода – 500 км. Вооружение. Нарезная автоматическая пушка калибра 30 мм, два пулемета калибра 7,62 мм, пусковая установка ПТРК. Боевой расчет 7 человек.
Серийный выпуск был организован на Волгоградском тракторном заводе, там же, где выпускалась боевая машина десанта первого поколения. Это позволяло упростить эксплуатацию БМД-2 в частях. Корпус и ходовая часть почти не подвергались переделке, поэтому компоновка БМД-2 практически не изменилась. Так же, как и в предыдущей модели, место механика-водителя находится в передней части корпуса по центру. Слева от него – место командира, справа – стрелка. Из двух автономных пулеметных установок в носовой части корпуса оставлена одна, правая. По-другому располагается боекомплект. Отделение управления и боевое отделение расположены впереди. Десантное отделение – за башней. Позади, в корме, находится моторно-трансмиссионное отделение. Корпус БМД-2 сваривается из алюминиевой брони. Она защищает десантников от пуль стрелкового оружия, осколков малокалиберных мин и снарядов. Днище усилено ребрами жесткости, которые предохраняют машину от повреждения при десантировании парашютным способом. Данная машина, помимо того, что имеет минимальный вес, также имеет минимальную заметность. В связи с возможностью ее опускания на минимальный клиренс до 100 мм и поднятия на максимальный клиренс до 450 мм при обычном движении. Данное свойство машины используется также при наплаве машины, когда уменьшается сопротивление гусеничного движителя, а также при авиадесантировании. Основное вооружение БМД-2 аналогично вооружению боевой машины пехоты БМП-2. Оно расположено в башне кругового вращения. 30-миллиметровая автоматическая нарезная пушка имеет очень высокие боевые характеристики. Дальность эффективной стрельбы 4 километра, скорострельность 500 выстрелов в минуту. Был устранен серьезный недостаток первой модели БМД – невозможность стрелять на ходу. В новой БМД-2, чем она отличалась от БМД-1, появилась 30-миллиметровая автоматическая пушка, которая имела очень хороший угол обстрела, имела высокую скорострельность, и плюс к этому машина еще имела стабилизатор пушки, что позволяло вести стрельбу в движение. Хотя это не всегда получалось, потому что за счет тяжелой пушки машина качалась. Но сама по себе пушка, то есть за счет скорострельности, то есть при большом темпе стрельбы, если попасть даже в любой бронированный объект противника, если там не детонируют боеприпасы, то есть позволяла практически всю оптику вывести из строя. В результате чего машина как бы вражеская становилась непригодной для ведения боевых действий. Тяжело бронированные цели БМД-2 поражает с помощью противотанковых управляемых реактивных снарядов нового поколения. Они способны пробить броню толщиной до 800 мм. Чтобы поразить цель, наводчику достаточно держать ее в окуляре прицела. Для ведения удаленной стрельбы ракетный комплекс можно снять и установить на грунте в стороне от машины. В качестве штатного вооружения имеется зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2» или «Игла». Боевая машина десанта БМД-2 способна преодолевать водные препятствия вплавь со скоростью до 10 км в час. Для этого используются два водометных движителя. При входе в воду необходимо поднять волнозащитный щиток, установленный впереди на корпусе. Боевая масса БМД-2 выросла почти на тонну. Благодаря большому резерву мощности двигателя, подвижность и проходимость машины остались на высоком уровне. Машина имеет автоматическую систему противоатомной защиты, пожаротушения и вытяжной вентиляции. БМД-2 поступали на вооружение только советской армии. Они использовались в боях в Афганистане, на Северном Кавказе во время многочисленных миротворческих операций. БМД-2 может перевозиться по воздуху в грузовых кабинах военно-транспортных самолетов и вертолетов. Также она способна десантироваться на реактивно-парашютной системе «Реактавр» — реактивный «Кентавр».
Подобных систем в мире не существует. Вместо 5 куполов «Кентавра» на «Реактавре» установлен только один. Боевой расчет во время прыжка находится внутри боевой машины, без личных парашютов. Скорость снижения в 4 раза выше, чем на системе «Кентавр». Это позволяет резко снизить уязвимость от вражеского огня и время от момента выброски до приведения машины в боевое положение. Одним из первых испытателей новых способов десантирования был младший сын командующего ВДВ, генерала армии Василия Маргелова, Александр. За проявленное при этом личное мужество и героизм полковник Александр Маргелов в 1997 году был удостоен звания Герой России. Сами десантники шутливо называют свои боевые машины алюминиевыми танками. Это действительно так. Броневая защита БМД-1 и БМД-2 не из самых сильных. Но реальная боевая практика показывает, что сегодня в извечном противоборстве броня-снаряд выигрывает самый быстрый. А значит, боевая машина десанта, скоростная, легкая, мощная, маневренная, абсолютно необходима и абсолютно незаменима для современных мобильных формирований. Конструкторы не остановились на достигнутом. Современные воздушно-десантные войска получают бронетехнику, которая по своим боевым возможностям почти не уступает основным танкам.